Для многих студентов зимняя экзаменационная сессия подошла к концу. После столь тяжелого испытания юношам и девушкам, обучающихся в вузах и колледжах, необходим хороший отдых. Поэтому в кинотеатре «Искра», где традиционно проходит День студента, было оживленно. Интерактивные площадки не давали ребятам скучать. По словам одного из участников праздника, Руслана Гусейнова, такой вид студенческого досуга способствует новым и полезным знакомствам ребят между собой. Запоминается атмосфера, добрые люди. Ну, и сама суть праздника – это День студента. Сюда все приходят, все расслабляются, поэтому нужно отдыхать. На площадках праздника были представлены самые разные виды развлечений. Ребята смогли сыграть настольные игры, заглянуть в английский уголок и познать основы карвинга – художественной резки овощей. По мнению организаторов мероприятия, качество проведения Дня студента растет с каждым годом. Конечно, разница огромная, небо и земля, что было и что сейчас. Встречая друзей, ребята обсуждали свои успехи в учебе, после чего переходили на более неформальные темы. В ходе мероприятия Кристина Ефремова смогла обзавестись новыми знакомствами. Такую легкость в общении девушка объясняет непринужденной обстановкой, где каждый мог пообщаться с каждым. Сессия проходит у каждого студента по-разному. Кто-то ее сдает легко, кому-то меньше везет, смотря кто как ходил на пары. День студента – это два совсем. И тем, кому было тяжело, и тем, кому было легко. Я думаю, в этот день все могут подружиться, познакомиться, отлично отдохнуть и провести время. Поздравил студентов с праздником глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Также он наградил их грамотами особо отличившихся студентов и преподавателей, оставив ребятам ценные пожелания. Хочется ребятам пожелать и вот передать эту информацию. Ребята, вы учитесь и отдыхайте, находите время для всего. Помните, это не вернется. Но все, что вы накопите, и знания, и опыт какой-то маленький, и какие-то навыки пригодятся для того, чтобы по жизни идти вперед. Праздник с долгим и богатым прошлым до сих пор нравится каждому студенту. Традиции, хоть и претерпевают изменения, в своей основе остаются такими, как и раньше. История празднования Дня студента своими корнями уходит глубоко во времена Российской империи. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, что совпало с Татьяниным днем. На сегодняшний день студенты с широким размахом отмечают этот праздник. А если верить известной студенческой пословице, веселиться можно еще до летней сессии. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.